прямо кончаю. Прямо кончаю. Скажи, чувак, а? Лучшей тачки в мире нет. Улет! Ребята, привет. Сегодня я хочу вам рассказать про свою машину, которой пользуюсь каждый день. Toyota Sai 2014 года, рестайлинг с 2013 года идет. Этот автомобиль я привез ровно год назад. Он приехал в Россию, мы его растаможили. А год назад были проблемы с ГЛОНАССом, то есть получить его в живой очереди было очень проблематично. И так как у нас страна очень коррумпированная, эти кнопки продавались сверх цены. То есть вообще у нее 27100, это цена с установкой модуля ГЛОНАСС. Кнопки доходили до 50 тысяч. И я как бы купил ее. То есть мне оформление авто обошло 70 тысяч рублей. Из них 20 тысяч это склад, там брокер и прочее. Вот. И 50 тысяч рублей кнопка. Платил, как и все. А кнопку и ПТС-ку я получил в июне. То есть я почти ждал месяц. У нас были клиенты, которые купили машину в декабре 2016 года. И у них были авто уже в РФ, и не было кнопок, и люди очень переживали. Я мог получить их кнопку и кататься сам уже на своей машине, но я свою очередь отдал им. И тачка стояла на стоянке, а я ездил на 30-м Приусе. Кстати, тоже кайфовал от той тачки. Что хочу сказать по Саю. На нем я его купил, и он зашел в Россию даже с учетом коммерческой кнопки. Он зашел в Россию 1 150 000. Это G-комплектация. Самая полная GA Package. У меня G, это есть подогревы, салон тряпочный, музыка пятиканальная, камеры спереди нету, есть ионизатор воздуха, руль косточкой. В принципе, все. 18 колеса. Еще отличительная у G-комплектации. Есть на черно-белых колесах. И есть вот такие просто алюминиевые колеса 18-е. Все, в принципе, ничем не отличается. А я месяц пытался купить Сая в такой бюджет, 1 150 000. А я вообще хотел, конечно, кожаного Сая, ну, на кожаном салоне, но они стоили бы плюс сотка минимум. Ну, я не был готов отдать такие деньги за такую машину. Поэтому я купил G Сая, и то сам себе я купил 140 тысяч пробег. Боялся ли я покупать 140 тысяч пробег? Честно говоря, немножко да, но машина пришла по кузову практически в идеальном состоянии. Салон тоже в очень хорошем состоянии. Непросиженные сиденья, пластик не потертый, следов использования очень мало. Технически ничего не брякало, ни в ходовке, нигде. Заглядывали камерой в мотор, через маслозаливную горловину, кокса нету. То есть машина в очень хорошем состоянии. Я сейчас на ней докатываю уже, по-моему, 9000, 9000 всего проехал за год. Я езжу в основном по городу, езжу в офис, езжу в спортзал, езжу в магазин. То есть, ну, чисто по городу, не езжу даже в Уссурийск, в Находку я не ездил. А для там катания на сноуборде по каким-то там таким местам я езжу на другой машине, на Вудовой, на SX4. Либо там с друзьями там что-нибудь на Вице, на Прадо там и так далее. То есть эта машина используется мной по городу. Зимой у нас было 2 снегопада таких более-менее, ну, таких прям наваливало, ну, вот столько снега, ну, прям нормально. А так как у него тяжелая морда, у него мощная электрическая установка, 110 киловатт, напоминаю, я вообще нигде не буксовал, я заезжал во все горки, прям вообще нормально себя показывал. Ну, то есть прям не было такого, что зимой я как-то не мог где-то проехать, то есть, ну, все нормально было.
То есть, если кто боится льда, снега и, ну, типа, покупать передний привод, Камри, там, 2,5 праворукую с гибридной установкой, либо Сая, ну, не бойтесь, короче, зимой вы будете себя чувствовать нормально. Если только вы не живете где-то на Камчатке, либо на Сахалине, где наваливают с мой рост сугробы, там нужно однозначно брать вот такой клиренс. Клиренса, кстати, по городу вполне хватает, хотя у нас есть ямы, у нас есть люки, у нас есть прям такие неровности, но осторожненько можно везде проезжать. Короче, ну, у меня бампер я никогда не цеплял. Ну, если вы еще знаете геометрию своей машины, сколько там торчит у вас капот, насколько вперед, то вы никогда не зацепите там какой-то бордюр, вот, и у вас бампера будут целые. По расходу, зимой у нас, этой зимой были аномальные вообще холода, там по 27, по 25 градусов с ветром. Ну, для Владивостока это было вообще караул. У меня тачка, я ее прогревал на два раза, чтобы садиться в теплую машину. Не люблю там залазить в машину, там что-то, сейчас перетерпим там и через пару минут поедем. Никогда так вообще не делаю, то есть грею тачку на два раза. Расход был примерно 15-17 литров, комп показывал. Сейчас лето, да, то есть работает кондер постоянно, у меня расход 9,5-10 литров. Здрасте, 98-й. 6-я, 98-й, 2050. Наша карта есть? Нет, без налбы. Ребят, заправляю 98-м только на НК Альянсе. Примерно полный бак у него это 2000. Вот сейчас на 2050 заправляю. Хватает на неделю 500-550 километров проехать. Раз в неделю заправляюсь. Вообще, каждый день проезжаю, не знаю сколько километров. Езжу в офис, на тренировку, куда-нибудь вечером в кафешку, там туда-сюда, может там вечером прокатиться немного. В принципе, все. Вот. По расходу, сколько это получается? 2000 умножаем на 4, то есть это 8 рублей на бензин. Все, больше ничего. Ну, масло меняю раз в 5000. Ребят, какое масло я заливаю в свой Сай? Я заливаю Molly Green. Это масло с внутреннего рынка Японии, специально созданное для гибридных автомобилей. То есть у него вот здесь вот идет комплекс присадок, которые наиболее подходят для машин с системой старт-стоп. А старт-стоп это все гибриды, это там бэхи, да, которые тоже глохнут. Там, когда вы стоите в пробке, то есть сюда же попадают фиты, аквы, приусы, саи, камри гибридные, крауны гибридные. Вот, ничего по-русски нету с внутреннего рынка Японии. Я вот себе заливаю вот это. А мы можем продать это масло тем людям, которые заказывают через нас машины. Возможно, в будущем, с июля, да, если будет все нормально, машину можно будет возить, то мы сделаем акцию. Покупаешь через Ferrocar гибридное авто, возможно, даже и распилы, то мы будем дарить годовой запас масла вот этого человеку, который купил через нас машину. Я думаю, сделаем такую акцию, посмотрим. У меня объем в 2Z, получается, с фильтром 4.3. То есть мне нужно четверочку брать и литрушку. Литрушка пойдет еще на следующую замену. Меняю масло раз в 5000. Десятку не езжу, потому что масло все равно темнеет. Все-таки живем в России, пыльные дороги. Вот, поэтому меняю раз в 5000. Люблю тачку, поэтому как бы не экономлю на таких вещах. У меня резина 215-45-18, то есть 45-я высота уже считается низкопрофилем. У меня закачано в каждое колесо по 2,5. Если залетаешь в хорошую яму, ну бывает, да, что-нибудь промухаешь, а в Владивостоке на самом деле много ям, особенно это люки, которые утоплены в асфальт, и примерно там яма получается, ну там сантиметров
5-7, где-то вот так вот. И если ты на хорошей скорости залетаешь в такую яма-люк, назовем, то грыжа обеспечена. Вот у меня, я только поставил летнюю резину, и я в эту же ночь поймал грыжу, ну такую не очень большую. И примерно через неделю у меня уже была вторая грыжа на другом колесе. Надо расплачиваться за низкий профиль. Вот даже какие-то вот такие вот неровности по городу, они очень чувствуются на таком профиле. Вот, но сейчас мы поедем по трассе и посмотрим, как этот низкий профиль дает управляемости очень хорошей этой машине. Вообще, в целом, как бы езда по городу комфортная. То есть, когда ты уже знаешь город, знаешь все неровности, знаешь все проблемные места, то есть можно ездить примерно вообще, ну, не попадая в какие-то дискомфортные для автомобиля ситуации, и сердце не будет болеть. Вот путепровод у нас подзалатали. Раньше тут едешь, конечно, вообще минное поле. Короче, попадешь, не попадешь. Всегда как бы очень аккуратненько едешь. Ну, что ты хочешь? Понял, понял. Сейчас еще пока по городу на эко-режиме, потому что особо не имеет смысла, то есть стоят где-то камеры, где-то поток плотный, поэтому как бы ездить на обычном режиме я не вижу смысла, вот именно по городу, вот, ну, по крайней мере, в данный момент, то есть потому что, может быть, сейчас еще начнется лето, может быть, еще ям подделают, ну, тогда можно более-менее где-то там разогнаться, где-то дать машине под хвост. Сейчас пока езжу на эко и особо не чувствую, что я где-то там теряю в динамике, в скорости. То есть для города вообще нормальный режим. Для Владивостока это нормальный режим. Сейчас поедем по трассе, включим обычный режим и посмотрим, что у нас может 2АЗ в купе с гибридной установкой. Я вообще не делаю акцент на расходе, потому что для меня расход, как бы, я там не гонюсь за экономией. Расход — это просто приятный бонус этой машины гибридной установки. Примерно на полном баке я проезжаю 500-550 километров, заправляюсь раз в неделю. Все, мне хватает полного бака на всю неделю. Первое, что в гибридах мне нравится, это как работает бензиновый мотор с электроустановкой. Это тяга. То, что у тебя, ну, больше тяги, у тебя момент выше из-за гибридной установки. Как ты едешь в пробках? Что-то обувают автовозчиков. Кстати, гаишники постоянно останавливают автовозы, постоянно останавливают тягачи, которые везут какие-то большие грузы, типа какую-то лодку большую, какой-то большой грузовик. Потому что эти все тягачи, они едут с нарушениями по высоте, по длине. И гаишники знают то, что эти ребята едут с нарушениями, и вообще, как бы, вообще такса по стране, это 500 рублей за машину. Есть несколько постов, которые стопудово остановят автовоз. И тебе нужно будет автовозчику, где-то у тебя распил, да, с ГТД. То есть, а у тебя, допустим, собранный распил, а у тебя ГТД только, как бы, ну, на ДВС, да, на двигатель. А у тебя собранная машина, то есть, ну, как бы, то есть юридически у тебя едет целая машина. То есть по факту она, конечно, распил, но юридически, то есть гаишник на нее смотрит, и, ну, перед ним целая машина, а на нее документов нету, есть документы только на ДВС. И чтобы эту машину не сняли, каких-то не было проблем,
чтобы не задерживали автовоз и так далее. Платится 500 рублей с машины на постах. Таких постов примерно, ну, допустим, доехать до Иркутска примерно будет пара постов. Водитель знает таксу, поэтому никто не спорит, и это считается нормальным, то есть заплатить. Кто прав здесь, не знаю, не буду судить, как бы и перевозки должны быть по регламенту, но и как бы, не знаю, ну, у тебя телега, загруженная 8 машинами, вот, и что тебе делать, как тебе их возить, не нарушая законы, написанные для таких тягачей. Блин, черт его знает, короче. Короче, гаишники пользуются законом, чтобы стричь капусту с этих водил. Вот. И эти деньги все равно оплатим мы с вами. Потому что, когда вам идет машина, и мы вам условно выставляем там типа 40 тысяч, да, доставка. Там типа Новосибирск. Уже в этот сорокет забито эта пятихаточка, которую за вашу тачку заплатит водитель гаишнику. Такая вот жизнь. Так, ну что, у нас впереди будет хорошая прямая. Я думаю, надо пристегнуться будет. Выключаем эко-режим. Просто нажимаем на кнопочку эко, у нас гаснет эко-мод. И сразу же АЗ более отзывчивый. Сразу же он чувствует эту педаль. Сто 20. Слышно, что происходит, да? Вот скорость 150, слышно, что происходит. Рычит мотор, но как бы в целом шумка вывозит. В целом вывозит. Ну вот 180 уже чувствуется. Ни вибрации, ничего, машину не трясет особо. Ребята, ну что вы там едете, как школьники? Так, вот у нас такой затяжной поворот. Он немножко такой весь в трамплинчиках, в бугорчиках. Но низкий профиль у нас это все дело отрабатывает. Машину не кренит. Я ее не ловлю по трассе. Вот едем 160. Я не ловлю машину. То есть, в принципе, можно рулить одной рукой. Не самая лучшая машина, которой я управлял в плане скорости где-то на трассе, но, конечно, очень достойно себя ведет. Наверное, самая лучшая машина на скорости, которой я управлял, это Mazda RX-8. 2003 года, 1.3 мотор, 250 лошадей на шестиступой коробке, комплектация Type S. У нее тормоза, у нее перенастроенный компьютер. Ну вот из-за механики еще у нее лошадей побольше. У нее были колеса 235. А сзади вроде даже 245. Разноширокие. Вот она входила в каждый поворот просто как по рельсам. Вообще очень кайфовая тачка. Я прям кайфовал. Вот реально по трассе, на коробке. Блин, вот сейчас бы коробочку вообще бы не отказался. Ребят, еду по гравию. Ну такому, без ямок там.
Просто гравийка, короче, вообще очень все чувствуется. У меня закачано 2.5 в колесах. Прям едешь вообще очень жестко. Вот, не позволяет промчаться тут на скорости и быстренько доехать. То есть вообще вот крадусь тут 20 километров от силы. Вот, как бы приходится платить за низкий профиль. Но я езжу редко по таким дорогам, поэтому меня это особо не парит. Зато я по асфальту езжу вообще очень, как по рельсам, стабильно езжу. Вот, поэтому, но когда я съезжаю с асфальта, конечно, за это приходится платить дискомфортом в езде по такой дороге. Я сейчас в пробке еду, вот сейчас только на батарейке. Все, у меня не работает бензиновый мотор. Я потихонечку качусь еле-еле на электротяге. И мне это очень нравится в гибридах. Допустим, на каких-то Хондах, да, GP1, GP5, инсайды, так не получится, потому что у них очень маленькая батарея, маленькой емкости, и то есть она работает только когда вы едете, то есть она вас подталкивает, вы надавливаете газ, и то есть если бы у вас был просто бензиновый мотор, вы бы педальку нажимали поболее, но с гибридом вы это делаете меньше. Здесь я вообще вот в горочку, ну, вот сейчас у меня завелся он, как, ну, только чуть-чуть сильнее нажимаешь, то есть он запускает бензиновый еще мотор. Сейчас вот еле-еле, да, там даже меньше 5 километров, только на электротяге. Вот, поехали побыстрее, запустил бензиновый мотор. Но я это еле-еле слышу, что работает бензиновый мотор. То есть шумоизоляция настолько хорошая, то есть вот сейчас у меня музыка вообще выключена, что я слышу? Я слышу грузовика вон того, немножечко. Вот сейчас услышал свой мотор. В принципе, все. Сейчас вот птицы активно поют. Я этого не слышу. Вот слышу, дизелек где-то работает. То ли Litais. Да, Litais дизельный. Ну, просто дизелю уже конец, поэтому я его слышу. Грузовичок вон тот. Ну, шумка хорошая вообще. Вот опять мы просто едем на батарее. Как деление упадет еще на 2, останется 2 деления, то есть он принудительно запустит бензиновый мотор и будет заряжать батарею и будет обеспечивать работу кондиционера. Чуть-чуть подзарядит, если опять скорость будет маленькая, мы также будем тащиться в пробке, то он опять заглушит бензиновый мотор. Тут у нас проблемное место, всегда тут люди бьются, поэтому лучше где-то поосторожнее проехать. Запчасти на Сае очень дорогие. Еще и ждать с Японии. Вот сейчас, ну вот сейчас надавим. Все, у нас бензиновый мотор. Крутит колеса, заряжает батарею. Вот сейчас я качусь просто немножко на тормозе. Вот, у нас с колес передается энергия в батарею. И идет зарядка. Сейчас опять чуть-чуть газку. Батарея нам отдает, бензиновый завелся. Короче, вот такая вот хитрая система. Мне очень нравится, как работает. И когда едешь, вообще наблюдать вот за вот этой штукой очень интересно. То есть какой-то есть интерактив везде. И ты понимаешь то, что ребята в Toyota не зря лидеры по продажам во всем мире, потому что они придумывают вообще, они делают будущее, они диктуют тренды вот именно по технологиям. Не, допустим, Mercedes, я считаю, да, по каким-то плюшечкам, там ремень подает, какие-то вот, там печка, да, суперумная, которая знает вообще там, как настраиваться, как вообще создать микроклимат в машине, там, да. Но в плане именно вот этих вот гибридов, вот этого всего, Toyota вообще, они такие деньги вкладывают
в новые разработки, чтобы люди в инженерном отделе сидели и думали, как вообще сделать на уровень выше уже сделано и вообще, то есть улететь в космос просто именно по идеям, ну, как вообще выйти на новый уровень, чтобы батареи были меньше по размерам, но больше по объемам, чтобы все-таки бензиновый мотор вообще вытеснить, то есть курс идет на электромобили, то есть Tesla. Не зря Tesla финансирует весь мир, Tesla финансирует Google, Tesla финансирует государство. Сейчас она убыточная, но эти люди, вот эти все, они смотрят очень далеко. И поэтому они понимают, что за Tesla и за электромобилями будущее. И поэтому они вкладывают туда деньги. Но... А я что могу со своей колокольни сделать? Я только могу вот вложить в гибрид, купить себе гибрид и кататься на нем. Давай, маленький, пробокс, залази. То есть у тебя в пробках не содрогается весь бензиновый мотор, если у тебя заряженная батарея, то ты едешь только на гибридной установке. То есть машина работает очень бесшумно, не содрогается бензиновый мотор, ты там проехал свои 3 метра просто на батарее. И третье – это расход. То, что я просто тупо меньше заезжаю на заправку, я не стою в очередях за этим бензином, мне не надо там, если я заправляюсь 98-м на НК Альянсе, мне не надо там ездить, стоять в очередях, там, то есть, ну, короче, просто мне нравится экономить время свое, то, что я меньше езжу на заправках, не то, что я там, типа, трачу 9 литров, а без гибрида я бы тратил бы 14 и кайфую от этого, то, что я экономлю там 5 литров, нет, мне вообще пофигу на это. Каких-то поломок, каких-то проблем у этой машины вообще не было. Я менял жидкости, я даже колодки не менял, колодки пришли с Японии, все, ничего не ломалось. Вообще ничего не брякало, ничего не ломалось, все узлы работают вообще нормально. Так, 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 что еще сказать, что еще сказать? По сегодняшнему курсу эта машина примерно стоит сейчас 1 300 000 – 1 350 000. Стоит ли ее покупать вообще за такие деньги? Я думаю, даже с таким курсом ее стоит покупать, потому что они на рынке G-комплектации стоят от 1 350 000 до там 1 400 000 с копейками. Я думаю, все равно ее стоит покупать. Когда я хотел купить эту тачку, у нее два конкурента. Это Mark X и Camry 2.5, тоже гибридная. Mark X просто задний привод GRX 130. Задний привод, рестайлинг тоже 2013 года. А, по-хорошему, я бы, наверное, сейчас бы взял бы, наверное, X-а. Но я бы взял бы X-а бы водового на коже. То есть они примерно там 1 200 000 бы. Они получались в то время. Немножечко не хватает мне динамики, вот я бы, наверное, взял бы X-а, и у него очень крутой дизайн, и он полноразмерный седан. Но с Аем я в целом доволен на 9 из 10, то есть у него очень красивый дизайн, у него не такой большой кузов, то есть это при парковке, при маневрировании поудобнее. У него передний привод, который все-таки зимой он выручал. Задний привод, то есть я бы где-то уже не мог проехать. Но сказать, что X прям лучше, я так не скажу. То есть мне нравится Исай, но я бы поездил бы на X. Если бы мне сейчас предложились поменяться ключами на какой-нибудь водовый X, пусть даже заднеприводный, какой-то белый X в хорошей комплектации, на хороших колесах, с реальным маленьким пробегом, там, который менее года в России, я бы поменялся бы ключами, вообще бы, ну, поездил бы на X-е. Но сказать, что X лучше, чем Сай, я бы так бы не сказал бы, то есть, ну, просто хотелось бы покататься. Camry 2.5 гибрид.
машина с уже новым мотором, она едет лучше, едет лучше. По дизайну мне не очень, по салону мне не очень. Сай выигрывает у Камри прям вообще, ну, на голову выше Сай. Люди в потоке смотрят, люди оборачиваются, ну, вообще, то есть, и когда ты отходишь от этой машины, тебе хочется оглянуться и посмотреть, блин, красивая тачка. Пусть она, да, праворукая, пусть она там не новая, она 14-го года, но тебе хочется на нее оглянуться, потому что она реально красивая. Вот, на Камрика их просто полный город, и, короче, он не вызывает столько восторга, как этот Сай. Поэтому я за Сая. В итоге, что хочу сказать про эту машину. Доволен ли я своей покупкой? 1 150 000. 1 200 000 это с сигнализацией, с ковриками, с керамикой, то есть еще где-то на полтиннике сделал. 1 200 000. Доволен ли я авто? Да, я доволен. За данные деньги можно было бы взять, допустим, какого-нибудь GS-а в дорестайле, там, года 2009-2008. Они более жирные, они на коже, там 3,5 мотор, полноразмерный седан, люксовый. Но эти машины, у них и налог, у них и год старый, и ты не найдешь без пробежного. А я, то есть, ну, так как мы занимаемся авто с Японии, я себе покупаю всегда авто без пробега. У меня никогда не было пробежной машины. Первую машину Запорожец мы не берем в расчет. У меня был первый Запорожец комби зеленого цвета. Я его через полчаса положил на крышу, потому что я не умел нормально водить машину. Вот, мы не берем. Остальные все машины у меня были беспробежные. Никогда не покупал с пробегом авто в РФ. И когда там, ну, вообще у меня был период, мы смотрели несколько машин, то есть мне нужна была машина там подвигаться буквально месяц-два. Мы смотрели там приусы 20-е, инсайды, что-то такое хотел. Так просто поездить на работу, и просто кровь из глаз. Просто кровь из глаз. Зачуханные салоны, все крашеные, куча хозяев. Цена-качество вообще не соответствует. То есть цена выше, чем качество авто. Просто какие-то колхозные колеса, какие-то... Там, я не знаю, салон переклеенный какой-то там пленкой, кожаные чехлы какие-то самопальные. Ну, вообще, блин, дичь какая-то. Вот, поэтому я купил себе тогда 30-го Приуса без пробега с Японии. Сам его привез, вот. И потом Приуса я поменял на Сая и очень доволен. Очень многие спрашивают, так как багажник у него меньше, чем у Crown, меньше, чем у X-а, и вообще, что туда залазит, потому что еще есть батарея, которая находится в задней части машины, и вопрос, что в багажнике. Багажник здесь меньше, чем в Camry, и что у меня здесь? У меня сумка просто для фитнеса, у меня тут здоровая сумка со всякими перчатками. У меня есть стул раскладной посидеть где-то вечером на море. У меня здесь два скейта, у меня здесь сумка со всякими компрессорами, там, с полиролями. В принципе, все. Ну, вот как бы, ну, вот еще есть место, еще можно что-то напихать. Вот, ну, как бы, места хватает. То есть, ну, для каких-то городских нужд вполне. Но не стоит многого ждать. То есть много, комплект резины вы сюда не засунете. Вы засунете максимум сюда, там, наверное, два колеса, и два придется в салон засовывать. Багажник меньше, чем в полноразмерных седанах. Но, то есть, меня это вообще никак не беспокоит. Кстати, коврик я тоже сюда брал Кунка. И он тоже сохраняет ворс чистым. Весь песочек, все. На нем остается, никуда дальше не падает. Стопы все раздельные. Здесь вот они за Toyota, они разделяются, это не один стоп. Стопы стоят где-то по 30 000. Запчасти очень дорогие. Их нету в РФ. Ребят, если вы присматриваетесь к этим автомобилям, к X-у, Камри, Саю, и что выбрать, я бы вам посоветовал бы Сая, потому что он красивый,
он технологичный, он приятный в салоне, и он стоит дешевле, чем что Camry, что X, потому что у Camry 2.5 мотор, это то есть чуть больше пороста мошки. И Camry все-таки скучная, а X, он, конечно, проигрывает где-то в практичности, вот, а у нас люди в основном выбирают практичность. Но если у вас душа требует прям какой-то динамичной, интересной машины, тогда берите X-а и наваливайте на нем. Он очень красивый, он очень дерзкий. Сай — это что-то между-между, но еще приятный бонус, как я и говорил, это дизайн его, это салон, это гибрид и передний привод. Единственное, что мне не очень нравится в этой машине, это AZ. Два AZ мотор, но это старый уже мотор. Я не знаю, почему его до сих пор вообще на... ну Альфарда уже идут 2.5, то есть я думаю, в следующем кузове, в следующем рестайлинге, то есть, ну, Тойоте надо что-то делать, этот AZ надо убирать. Потому что это единственный минус этой машины, я считаю. Мне не нравится, как он работает, мне не нравится, как он шумит. Вообще просто, ну, старый мотор, он 2003 либо 2004 года. Ну, уже пора ставить 2.5 мотор сюда. Ребят, покупайте Сая, покупайте его, может быть, на вторичном рынке, если хорошее предложение, если вы его проверили. Покупайте, может быть, его на рынке, если вы тоже можете проверить, он бьется по статистике. Заказывайте его с Японии. Машина стоит своих денег, машина очень актуальна. Я думаю, даже перепродать у вас ее получится очень легко. И эта тачка вас не подведет на весь период использования. Сколько вы ее будете пользоваться? Год, два, там, три. Она вас не подведет. Какие-то мелочи, там, шлинки, там, что-то такое, там, поменяете. В зависимости, там, какие дороги у вас в городе. Но что-то серьезное у вас с авто не будет. Батареи живут, батареи большие, 110 киловатт. Мотор старый, надежный. Вариатор. В принципе, все, ломаться нечему. Ремонт. Ремонт дорогой. Фара стоит новая 70 тысяч, бампер стоит 35, задний тоже 35, запчастей нету, распилов на запчасти этих машин нету, потому что они дорогие в Японии. А по запчастям, именно по кузовным, какие-то оптика, это все стоит очень дорого, поэтому на этой машине надо ездить очень аккуратно, потому что все стоит денег и все только под заказ с Японии, в наличии ничего нету, то есть у вас тачка будет еще ждать, пока у вас придут запчасти с Японии. Какие-то расходники, фильтра, там вот это вот все, колодки, тормозные диски, это все есть. Это где-то взаимозаменяемо с других машин. Вам ребята, механики подскажут. Ребята, я с вами прощаюсь. Саю ставлю 5 по всем фронтам. Если у вас есть вопросы, если вы хотите заказать себе Сай с Японии в каком-то, может быть, GA Package, вы хотите какой-то определенный цвет, а его нету в России, либо вас не устраивает цена, либо, может, вы думаете, что цены завышены, или мутное прошлое авто, нет аукционника, продавец говорит, купил со стоянки, ну, в общем, какие-то стандартные сказки, звоните нам. Мы вам привезем Сая, Камри, вообще любую машину с прозрачной историей, ваш бюджет, и вы кайфанете от этой тачки, которая вас не подведет никогда. Пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар». Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.